В Новосибирском епархиальном управлении прошел архиерейский совет Новосибирской митрополии. В нем приняли участие митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ Красукский и Ордынский Филипп, а также секретарь совета игумен Гурий Прокичев. Под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялся архиерейский совет, в котором приняли участие епископы Новосибирской епархии. Приветствую вас, дорогие владыки, на очередном архиерейском совете Новосибирской митрополии. Во время встречи обсуждались вопросы подготовки к празднованию Светлого Христового Воскресения, а также Дня Победы и Дней славянской письменности и культуры. Речь шла и о поддержке жителей Донбасса. Во всех храмах и приходах Новосибирской области идет сбор гуманитарной помощи. Первые 5 тонн необходимых вещей уже были отправлены по назначению. Также был рассмотрен ряд организационных и текущих вопросов церковной деятельности.